Друзья, 2 октября в Инстаграме стартует марафон по прокачке всего тела. Там будут программы для всех условий, для сушки, для набора дома, в зале, на улице, для новичков, для всех абсолютно. Поэтому приглашаю каждого из вас поучаствовать. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы проводим вторую часть зарубы, которая набрала вообще 3 200 000 просмотров. И делаем вторую часть, надеемся на второй успех. Мы выполняем какое-то упражнение, точнее я выполняю. Например, Андрюха не повторил, а Даня повторил, то Андрюха отжимается на брусьях 15 раз и так далее. Ну вы поняли, короче, смысл, да, если я сделал, а кто-то из них не сделал, либо они оба не сделали, им наказание. Давайте начнем. В общем, я сейчас буду делать выход на кольцах. Мамикс 100% повторит, а вот Артур под вопросом. Сразу не могу. Короче, один раз сделал, они говорят, некрасиво получилось, поэтому я отжимаюсь. Следующее упражнение я придумываю. Это будет передний вис на максимальное количество времени. Неважно какой, главное, чтобы он был на максималку времени. Получилось вот 10 секунд. В общем, попробую сейчас побить рекорд Артура. Постараюсь чистыми сделать. 3. Сколько? Ну, также 10, но это... Ну, это Андрюшка, ты теперь. Ну, можно сказать 9. Какой выбираешь, первый или второй? Второй. Там, короче, 2 секунды было, я позже стою внутри. Да их любимая, короче, топорик. Спорим, не прыгнет? Он уже боится, я вижу по нему. Нет, не считается. Блин, я реально очень сильно боюсь этого упражнения делать. У меня тупо страх висеть вниз головой. А тут еще и раскачаться надо. Не, пацаны, я реально су. У меня реально страх высоты вот вниз головой висит. Друзья, мы договорились, что будет 5 фейлов. Если человек набирает 5 фейлов, он вылетает. Пока что у нас у Андрюхи 1 фейл, у меня 2 и у Дани 2 полетели. Значит, моя очередь. Я сейчас буду делать подтягивание на одной, хотя бы попытаюсь сделать больше одного раза. Неадекватный психопат. Нормально. Твою мать. Засчитываем? Все было не до конца, но, блин, можно ему засчитать. Тут, короче, сигнализация включилась. Сейчас мы все сделали по 3 повторения, поэтому никто не отжимается. Все красавчики, продолжаем. Следующая моя коронка – это подтягивание на максимум. Идеально чистое. Если не делаешь чистое вот до подбородка, то ты вылетаешь. I'll do everything I can. I am suddenly finally free. So I'll try.
27. Нормально, Андрюха следующий. Даня сделал 27, да, или 27 сделал, Андрюха сделал 30, но у него много недобросов, там 2 или 3 было до подбородка, и в начале, и в середине у него руки прям вот так на 90 градусов были, поэтому они оба делают. Ну, я сейчас попытаюсь сделать ласточку на максимальное количество времени, посмотрим, сколько выйдет, и, соответственно, столько же нужно будет сделать Артуру с Даней. Одиннадцать секунд, ну почти 12. 18 секунд. Бля, я думал 23, ну ладно. 3. Нет, так в смысле, ты должен сначала повиснуть. Нет, это не мое. Ну, в общем, сейчас попробуем сделать выходы силой. Я уже забился, конечно, но попробуем сделать. Короче, Даня сказал, чистыми надо делать. Я не умею чистыми, сделаю один раз чистым. Постараюсь. Чистый был, нет? Нормально? Даня, чистыми не умею. Я тоже сейчас сделаю где-то, ну, выхода 3-5. Нормально. Следующее упражнение, которое я выбираю, это двойной уголок. Артур, собственно, сделал 49 секунд. Если мы сейчас не сделаем этот уголок 49 секунд, то мы идем отжиматься. На 20 секунд меньше сделал. Зачекай. Чё так высоко, пониже? Ноги ниже. Во. Двадцать секунд. У всех сейчас по 4, то есть если один еще как бы кто-то из нас проигрывает, то вылетает. Ну, так как у всех по 4 минуса, я решил воспользоваться своим положением и сделать стойку, так как они оба не умеют это делать. Он беременный? Он воспользовался положением. Падай! Давай, падай! Это уже не стойка, это ходьба, ё-моё! Да, кстати. Это нечестно! Ну, вы что же можете так делать? Типа, я же не запрещаю. Вдруг сможешь. Вторая попытка. Да, сразу эту стойку.
это номер 2? Да. Ну, 80... 70. Короче, Андрюха нас тушил. Итак, ребят, вот такая тема получилась, что Андрюха занял первое место, поздравляю тебя. Короче, значит, мы с Даньком делим второе место, давай, Данек, пятерик, тоже красавчик. И что получается? Что хорошая заруба получилась, Андрюха выиграл нас в том элементе, который он задрачивает. Ну, естественно, тут из нас каждый человек в чем-то лучше, в чем-то хуже, но так всегда было и будет. Поэтому у каждого свои плюсы и минусы, не знаю, там, можно сказать, победила дружба, да? Да. То есть, все, спасибо большое за внимание, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и давайте 3 миллиона, пацаны. Пока. We'll be right back.